Будут ждать до прямого нападения, потому что ни одна из стран не захочет быть втянута в этот конфликт, естественно, и в том числе и Польша. И пока вот не будет вот прям действительно прямого, прошу прощения, действительно прямого вторжения, не знаю, там, пока не попрут на сувалки, ни одна из стран, естественно, не будет сама добровольно втягиваться в этот конфликт и будет пытаться как-то сглаживать и закрывать глаза на все это дело. Но вот что касается похода, не знаю, очередного похода там со стороны Беларуси, там, не знаю, на Киев, грубо говоря, да, это более чем вероятно. Это более чем вероятно, и с их точки зрения, да и вообще с военной точки зрения, это вполне логично, оттянуть силы и создать еще один очаг напряжения. Но если вдруг они захотят полезть в Польшу, ну пусть попробуют, что ж, welcome. Тут тогда НАТО... Как бы это цинично ни звучало, ну, для нас это будет хорошо, тогда запустится вся военная машина НАТО.